Чудесный день представляет. Как меня раздражает долина динозавров. Особенно этот их предводитель, Тирекс. А я думал, что тебя больше всего бесит алмаз. И он тоже. Спать спокойно не могу. Так и хочется что-то сделать такое, чтобы им тоже было не до сна. А может, поймаем этого Тирекса? И... Нет, он слишком силен. Но кажется, у меня есть идея получше. Таким ты мне больше нравишься, хромой. Что ты придумал? Мы заберем у них того, кому они обращаются за помощью каждый день. Этого их лекаря, Трицератопса. Посмотрим, как они без него справятся. Другого докторишки же у них нет. Но они же кинутся его все искать. Правильно. И чтобы быстрее найти и обыскать большую площадь, они разделятся и пойдут по одному. Вот там я и нападу на него. На кого? На алмаза. Он не будет этого ожидать. Поэтому я легко с ним справлюсь. Ну ты и хитер, хромой. Когда пойдем за этим трицератопсом? Прямо сейчас. А вот как раз то, что мне надо. Вы? Что вам надо? А ты сам подумай. У вас что-то болит? Не угадал. Ты сейчас пойдешь с нами. Нет, я не могу. Сейчас самое время собирать листья мотимачехи. И еще мне надо найти цветы иван-чая и... Трицератопс, это не приглашение прогуляться, это похищение. Только я тебе даю выбор. Или ты сам пойдешь с нами, или мы силой тебя заставим. Силой? Ух, что же делать? Не люблю, когда мне больно. Но я не сдамся вам добровольно. Я буду сопротивляться до последнего. Как знаешь, мое дело предложить. Привет, дружище! Ты Трицератопса случайно не видел? С самого утра его ищу! Нет, не видел. Ладно, если увидишь его, пусть придет ко мне. Приветствую! Трицератопса не видела? Нет. Эх. Приветствую. Марта, к тебе Трицератопс не заходил? Заходил ранним утром. Сказал, что пойдет к ущелью собирать листья мотимачехи. Что, он еще не вернулся? Нет.
Это очень странно. Надо срочно идти искать его. Наверняка что-то с ним случилось. Может, он заблудился. Кто? Трицератопс? Да он здесь каждое дерево, каждый кустик знает. Но ты права. Соберу динозавров и отправимся на поиски. Тирекс! Тирекс! Что-то меня беспокоит. Я увидел возле ущелья кучу травы, аккуратно сложенную, как обычно складывает трицератопс, а его самого нет. Но есть следы борьбы. Это ужасно! Неужели на трицератопса напали? Птеродактиль, лети за алмазом и грогом, а я пойду за Зауроном и Брутом. Понял. Только бы с трицератопсом было все в порядке. Скорее всего, трицератопса похитили. Предлагаю разбиться по парам и отправиться его искать. Тирекс, мне кажется, лучше идти по одному. Так мы сможем обыскать большую площадь. Это может быть опасно. Я против. Напрасно ты волнуешься. Мы все сильные. Кто на нас может напасть? Что у нас? Мало врагов? Идем по парам. Брут с Зауроном. Я с гигантозавром. А алмаз с Грогом. Возражения не принимаются. Как ты думаешь, тебя уже бросились искать? Надеюсь, что нет. Что ты задумал, хромой? Зачем я тебе нужен? Ты мне не нужен. А вот алмаз... Алмаз. Жду не дождусь новой встречи с тобой. На этот раз ты не победишь меня. Думаю, мне пора идти. А ты не скучай здесь. Карнотавр! Присмотри-ка за этим лекарем. Аллозавр! А мы идем на охоту. Братца своего прихвати на всякий случай. Не понимаю, в чем смысл ходить парами? Если бы разделились, больше толка было бы. Грок, а давай-ка мы все-таки пойдем по разным дорогам. Но Тирекс же сказал... Тирекс очень осторожен, но это не всегда нужно. Подумай сам, какой смысл ходить вдвоем по одной дороге? В принципе, да. Ладно, пошли, но потом встретимся возле ущелья и вернемся вместе, чтобы от Тирекса не влетело. Согласен. Вот он. Как я и думал, он один. Вперед! Ха-ха-ха!
Вот и все. Я победил в этой схватке. Ты это называешь схваткой? Ты напал со спины. Да еще и втроем на одного. Разве это честная победа? А мне все равно, честная она или нет. Главное – победа. Ты лежишь на земле, а я возвышаюсь над тобой. Аллозавры, свяжите его. И к трицератопсу. Вдвоем им не скучно будет. А я пока подумаю, что дальше делать. Ну где же алмаз? Договорились же. А где алмаз? Он отошел. Но и я думаю, что он скоро вернется. Что-то ты не договариваешь. Что ты? Не лги мне. Насколько я понимаю, вы ослушались меня и разделились. И теперь алмаз тоже пропал. Так? Да. Прости, мы, я... Потом об этом поговорим. А сейчас отправляемся на поиски уже двоих. И идем все вместе. Интересно, что Хромой с ними сделает? Даже боюсь себе представить. Тирекс, куда дальше? Может, передохнем немного? Конечно, только недолго, а то скоро начнет темнеть. Что ты здесь делаешь, Настя? Хочу вам показать, где ваши друзья. Трицератопс и алмаз. Это ты их похитила? Нет, Хромой. Показывай дорогу. Хотя стой. С чего это вдруг? Ты решила нам помочь. Хромой напал на алмаза с двумя аллозаврами, да еще и со спины. Я очень не люблю нечестные сражения. Пошли же, к чему впустую тратить время? Что же мне с вами сделать такого? Отпустите, Рекс. Ты же добренький у нас. Не всегда. Повиси тут. Подумай над своим поведением. Эй, аллозавры!
Отвяжите меня отсюда! У нас не получается. Да и сил нет. Дружки твоего алмаза нас так потрепали. Нам теперь нужно время, чтобы восстановиться. Эй, вы куда? А ну вернитесь! Хромой уже 2 дня там висит. Мне кажется, уже достаточно. Ты как считаешь, алмаз? Не уверен, что это его изменило. Но если его не снять, он погибнет. Давай отвяжем. Как ты здесь, хромой? Отвяжите меня, пожалуйста. Я все понял и осознал. Я больше не причиню вам беспокойства. Я не верю тебе, но... Птеродактиль, отвяжи его! Спасибо, спасибо! Думаю, мы не раз его еще увидим. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.